Вас зовут женщина, представьтесь. Нет, не представлюсь. Почему? Мужчина, вот смотрите, номер и фамилия. Все, все достаточно. Все, все болело. Все прекрасно. Владимир Владимирович, слушаю вас. Я вчера ехал в троллейбусе. Кондуктор, номер могу сказать и как фамилия. Время регистрации скажите мне, пожалуйста. 18:36. 18:36. ТН, 4 цифры, скажите, пожалуйста. 27:40. 27:40. Маршрут. Троллейбус номер 4. Это маршрут четверка. Маршрут четверочка. Хорошо. Так, Владимир Владимирович, слушаю претензию. Вчера ехал в троллейбусе, мелочью давал денежку. Получилась ситуация, что 5-рублевая монета имела на краю, ну, мятинки там, я не знаю. И uh-huh. вот этот кондуктор начал требовать, денежку нужно нормальную дать, поменять. Uh-huh. Якобы uh-huh. куда-то там чего-то, она не влезает там в какое-то гнездо и тому подобное. Я так и не понял, что она имела в виду. Счетные машины, наверное, в кассе. Ну, возможно, да, что-то. Я говорю, что... Наверное, на этом она и сконцентрировала, наверное. Да, там я ей говорил, что uh-huh. ну, у меня нету других денег, как бы, ну вот, какие есть, там уже uh-huh. в банке поменяете. Там уже и пассажиры начали говорить, что вам деньги дают, это тоже деньги. То есть это, ну, нормально там, по большому счету, я даже, если бы она не сказала, я даже не обратил внимания, что она какая-то дефектная. Эта денежка. Ну, ладно, короче, говорит, вы такие умные, ну, начала как-то агрессивно в нашу сторону вести, оторвала с недовольством вот этот билетик, и, знаете, вот мне вот в руку, она мне не просто дала билетик, чтобы я его взял, а вот прям вот как вот, ну, всучила вот это все. Ну, соответственно, я отреагировал, так как, зачем вы мне хамите? Вот, как бы я вам повод не давал никак хамить ничего. В итоге она поняла, что как бы я в ответ могу агрессивно себя вести, соответственно, она сразу сбавила обороты. Вот, я попытался дозвониться по тем номерам, которые там были, но не смог дозвониться, и вот сейчас вам звоню. Это было вчера. Так, Владимир Владимирович, как раз она мне вчера, завтра, ты сама ко мне приглашена, но она по другому поводу приглашена, не хочу ничего сказать. Первая, это самая негативная информация по ней. Угу. Вот, значит, как официальное лицо я вам приношу извинения. Судя по всему, она вам хотела сказать, что это счет на машине не возьмут, там в кассе или еще что-нибудь. Ну, в кассе пускай бы тогда уже так считали ее вручную. Ну, она платежеспособная на самом деле монета. Uh-huh. А по культуре обращения, завтра она у меня будет, я, конечно, поговорю. Впервые, скажу, она работает, стаж большой у нее, я сейчас вам скажу, да, стаж у нее уже большой, но чтобы вот такая негативная информация на нее была, это впервые. Поэтому очень внимательно с ней поработаю. Я понял, да. Ну, как бы там пассажиры говорят, ну, даже я могу рваную денежку давать. Ну, это всякая бывает ситуация. Я тоже эти деньги не печатаю. Какие мне дали в магазине, там, на сдачу и тому подобное, тем и пользуюсь. Для этого банки существуют, что им сдают ветхие деньги, они там меняют как-то и тому подобное. Вот, просто зачем вот это недовольство так высказывать, причем да, именно действиями? Да, я как раз на этом и сконцентрирую внимание, что мы там можем принимать, и если уже в кассе нет, у вас не возьмут, тогда подключаюсь я и разговариваю уже непосредственно с руководителем кассы. И тем не менее, мы уже друг другу доказываем, платежеспособная эта монета или не платежеспособная. Угу. Вот. Все, спасибо так, большое. Спасибо вам за звонок, Владимир Владимирович. Ну, потому что не было на нее негативной информации, я думаю, что здесь даже разговор она воспримет так, как надо. Ну, надеюсь, что на следующий раз себя не будет так вести, по крайней мере... Я тоже так думаю. Мне даже странно было слышать, и я сразу, чтобы по-честному, я подумала про другого кондуктора. Есть у меня такие товарищи, ну, как все люди разные, так вы сами понимаете. Но когда сейчас я увидела 27:40, уже посмотрела, кто мне там работает, была удивлена. Понятно. Поэтому, как официальное лицо, приношу вам извинения. Все, спасибо вам большое. Всего хорошего, до свидания. Всего доброго. До свидания.